Магазин 2021. Елена, скажите, пожалуйста, сколько вы уже работаете с Метро? Ну, почти уже 3 года. Скажите, а как ваш бизнес претерпевал изменения во время 2020 года? Очень тяжело было. На самом деле очень тяжело. То есть товар, то нет товара. Ну, старались, пытались, боролись. И с нашим ТЦ, говорится, калининградским. Ну, как говорится, огонь и воду, между другом, прошли мы в 2020 год. Это главное, Лена. Я думаю, что Метр тоже вам в этом очень сильно помог. Поэтому, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо.